Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4, с вами Диазона ТВ. Сегодня мы находимся на озере Старый Острог, на точке 24-34, это у нас мостик. Вот. Здесь у нас клюет карп и лещ, да. Вот, леща, конечно, мало, но если поставить поводки потоньше, что нам не позволяет карп, то количество леща может увеличиться. Вот лещ не проверял, потому что боюсь. Гоняться за карпом достаточно большое время. Долгое время. Вот, значит, находится клипса 10 метров. 24-34, клипса 10 метров. Находится это у нас на центральном мостике, то есть появляемся на базе, бежим налево, добегаем до центрального мостика и становимся на пересечении двух квадратов. Это у нас получается CD6. Вот, прибегаем сюда, закидываемся на стандартные... Вот у нас еще чихуахуа. На стандартные для леща сборочки. Причем прикорм тоже на леща. Итак, значит, оснастка. У меня стоит петлевая, 13-6 плетеный шнур под глину. Большой переключок, тесто чесночное. И прикормка молотая перловка, опарыш, вареное пшено, анисимое масло. На выпуска также клюет и лещ, и карп. Так что имейте в виду. Вот, все три сборочки у нас одинаковые. На данной точке я нахожу полчаса. За это время у нас 23 хвоста. Вот, сейчас я покажу все три сборочки и перейдем к нашему лову. А улов у нас следующий. Полчаса на точке. Плотва обыкновенная, 3 штучки. Лещ, как видите, немного, но достаточно крупный клюет. Но опять же, это, скорее всего, из-за 13,6. Поставив 9 или 6,8, то может увеличиться. И карп чешуйчатый. Карпа здесь больше, чем леща. Так что, если кто-то хочет закрыть карпа, вот, можете попробовать его здесь высидеть. Также он поклевывает на кокос. Вот, и бананчик. Всем не хвоста, не чеши. С вами был Диазона ТВ. Пробуйте закрыть карпа на данной точке и залетного леща. Всем пока-пока. Карасик.